Хай, ребята, вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и если вы знаете, если вы смотрели последние ролики недавно, мы спасли ослика, и сегодня мы будем пытаться что-то сделать с его копытами. Он красивый. Он лапки, говорит, вообще не хочет давать. Ну, так же лучше будет для тебя. Да. Привет. Привет. Да. Сегодня у нас, к сожалению, пасмурная погода, и мы сегодня должны позаботиться об ослике Моисее. К нам приехала ветеринар по имени Аня, моя тезка. Для ослика тут все засыпаем песочком, чтобы он гулял по песку. Кто тут подглядывает? Зато как тебе будет хорошо. Маленький пришел проверять, что происходит. Он что, оказался кастрированный, да? Как мы стрижем ногти, так же им надо стричь копыта. А это вот белое что виднеется там? Вот это? Нет, вот впереди, вот это впереди, вот. Впереди, это так копытный рог растет. Вот у него есть поверхностный как бы рог, именно рог. А есть? Внутренний. Ну да, внутренняя часть, которая защищает сосудики. Я ушла, попросила еще теплой воды. Это очень трудно, ребята, это очень страшно, то, что сделали с Моисеем, то, что с его копытами, прям вообще страшно смотреть. Особенно, когда Аня их режет, прям вообще очень тяжело. Он еще брыкается, он не хочет лежать, мы еле его завалили, снимать в это время никто не мог, потому что все пытались завалить Моисея, чтобы он лежал, потому что ему нужно лежать, чтобы мы ему... Чтобы ветеринар ему, Аня, чистила копыта, и это очень трудно. Это вообще практически невозможно смотреть на это. Я пошла обратно, потому что нужно помогать, поддерживать. Я ведь физически сделать этого не могу, но я должна быть рядом. А вот когда ты внутри вот там ковыряешь, это что получается? Почему там такая дырка? Это они расходятся, как два пальца, да? Нормально, да. Это как единый палец. У него там вот так вот должно быть копыта, а здесь мягкие. Ага. Вот. Единый. Да-да-да. А... У него, получается, копыта, но уже по краям деформировалось. Получается, все равно же за раз все мы не сделаем, да? Ну, постепенно. Только постепенно. При таком зарастании. У него все равно нужно подождать, пока то, что уже деформировано, отрастет. А, то есть сначала отрезать, подождать, когда отрастет, да? Ну, и сейчас снова. Отрезать до сосудиков, да. Обработать, чтобы воспаление снять. Подождать, пока он приходится, подотрется все это. Молодец, что терпит. Терпи, малыш. Так копыта уже прям получше стало, да? Да, ну, во всяком случае, с точки зрения ветврача. Да. Победа над одним копытом. Это ты сейчас подпиливаешь их? Ага, пилочка. Пилочка. Ютик написательный, ютик очень хороший. Чуть осталось, чуть-чуть. Тихо, все. Передние вообще завернутые прям. Знаешь, как полезно? Ее там по ногтям. Тихо. Хорошо тебе, стало тебе полегче. Полегче стало тебе. Ты красивый. Ну, ничего, все впереди, малыш. Все еще впереди. Ой, вот так вот писают ослики. Красавец, молодец. Несколько часов выдержал, несколько часов, молодец. Целых несколько часов выдержал, малыш. Да, зайки, да, да, да. Щеки тебе нравятся? Тебе щеки нравятся, когда чешут, да? Все будет хорошо. Да. Все будет хорошо. Да. Тоже пошел? Ты со мной пошел? Покушать пошел. Привет. Привет. Нос. Нос.